потому что больше, чем есть, уже не добавится. Хоть тут всякие камеры вообще не пойму. Ты снимай, не снимай! Я, конечно, понимаю, что у нас свобода слова. Что сказали, что о своевременном зачете речи быть не может. Особенно тебе. Особенно я про себя и говорю. Странно. Я вот сейчас сяду за компьютер и буду сдавать программу. Снимай, снимай, Наумова. Я рука тебя хотел. Почему физичка всегда? Они не вас, они он ловко снимает. Физичка всегда грустная рожа почему-то. Грустная? Да, ну ты посмотри, она ее как-то корчит очень. Ладно, мы внутри давай поснимаем. Сейчас, да. Это неинтересно. Сними лучше вот это. Да. Что здесь? Ничего интересного. Откуда ты вещь сними? Ну, чья вещь? Тихо. Ну, кто-то штаны. Это не штаны. Это еще не известно. Это часть рюкзака. Вот смотри. Тапочки сейчас здесь. Программу, которую я пробовал написать сегодня. В которой все... Неудачная попытка, наверное, была. Да, тут все неправильно. Вот куда вот отсюда идет этот черточка. Никуда. Ужас. Смотрите на этого человека. А куда она должна идти? Куда-куда-нибудь она должна идти. Откуда? Вот отсюда, что ли? Хотя бы в конец. А вот этот человек бродит в поисках зачета по информатике. Вот этот человек бродит по институту в поисках типового расчета по информатике. То есть, мне тоже Матанова. Мне тоже нужен. 15 минут. Закройте объектив, снимайте мне. Безопасности. Он очень скромный. Я скромный. Мы тебе надо на физре надо будет снимать тебя. А, в вашей группе вот это вот, как его, Женя какой-то есть же? На перпарте. Лысь. Какой лысь? Я не знаю, какой. Ну да. Такой. Беленький такой, да? Заебись учится. Не очень. Я с ним домой езжу все время. Мы уже в общаге все. Ну да, в пятницу домой мы с ним. Мы пропитали все, чистый, пошел. Как там это было? Общество анонимных алкоголиков в общаге. Спасибо. Они врут. Они все врут. Пассивных алкоголиков. А что ты можешь сказать о них, о двоих? Вот. Ты мудак, нихуя не знает, это, блядь, вообще мудак. Вы комментируйте, что вы сейчас делаете. Я пытаюсь создать, расчет. Ты не снимаешь. Снимаю. Нифига не снимаешь. Давай еще раз. Пытаюсь создать программу по матрице, но под номером 7 меня игнорируют. Ну, конечно, правда. Немного проебал, ничего не делал. За сумму платить, к сожалению. Что мне? Что делать-то было? По алгоритмическим.
как сегодня сказала учительница, надо верить в чудо, тогда чудо свершится. Да. Вот я верю в чудо уже 3 месяца, начиная с февраля. А не начиная с сентября? Ну да, да. Это в январе оно случилось. Ты видишь, Али делает программку, да? Мощную. А лучше нас уже соображали, да? Нет, там твои только отчеты. Прокомментируйте, что вы сейчас вы пытаетесь сделать. Кто? Вот, тот, который староста. Делаю под программу. Точнее, уже сделал под программу. И тестирую ее на наличие ошибок. Должна получиться. Тебе далеко еще до Олега, да? А где он, кстати? Вот именно, в прямом, в переносном смысле далеко. Он? Он сейчас дома, ты что? Дома? Найти второй положительный и поменять их поставить. А вот на наших записях вот кого больше всего в кадре? Не знаешь? А вот тебе стрёмно. Вот этого человека больше всего, мне кажется. Мне кажется, вот этого человека уж очень больше всего. Вот этого? Нет, вот этого. Меня там меньше всего. Да, а вот этого больше всего. Там его голоса больше всего. Да. Давай, вот это как вырезать на бумажку. Где у них принтер? Ща, блядь, поперни. Костян, заебал, блядь, выключи камеру. Я стесняюсь. Вот так вот голос дает программа. Я потому что потерял, и вот товарищи, вот, не знаю, вот Виталик, наверное, хрен поганый, запорол. Это Витяй, да? Да. Молодец. И придется мне все заново, потому что это у меня не было записано.